Здравствуйте. Переводы из Пасха в пшеница. La traduction ferment de communion entre les églises. Начинаю по-русски, потом по-французски. Перевод представляется одним из важнейших и определяющих факторов распространения христианской благовестия о спасении. Феномен перевода уходит своими корнями в эллинистический иудаизм еще до христианской эры. Иисус не знал греческого. Некоторые из апостолов могли понимать и изъясняться на нем. Оттого все рукописи, составляющие Новый Завет, дошли до нас на греческом, внешне народном языке Римской империи первого века. Вместе с тем, в день Пятидесятницы, евреи и прозелиты слышали благую весть о воскресении Иисуса Христа, каждый на своем языке. Так начинается захватывающая история перевода в христианском мире. Она продолжается еще и сегодня, и закончится только со вторым славным пришествием Христовым. Первое назначение перевода – необходимость посвящать веру всем людям на их родном языке и обещевать весть и христианскую жизнь не только образованную элиту, но в первую очередь простых и малых сил. И потом по-французски.